Начнем с первых впечатлений после первой официальной игры, ну, первой предсезонной игры Salty Life. Как это было со льда? Да, я думаю, нормально. Ну, как игра и шло, лучше и лучше становился. И я просто рад, что ребята меня приняли хорошо и что мы выиграли с победой. Александр, сегодня самый сложный период в плане акклиматизации. Четвертый день на Уфе. Как себя чувствовали? Уже лучше. Первые два дня было тяжело, но сегодня выспался нормально и хорошо чувствовал на игру. У вас сегодня было в игре два эпизода, два столкновения с Вовченко, игроком Северстали. Что они поделили? Я видел, он ударил наш молодой сзади спином, и я чувствовал, как это было плохо. И нужно знать, если кто-то бьет твой брат, ты не можешь смотреть. Должен помогать все за один и один за всех. Коллеги? Ну, вообще, как оцените свой дебют? Потому что, ну, были моменты, были шансы забить. Да. Чего не хватило, вот особенно в большинстве? Да, нормально. Я рад. Как я сказал, я рад, что мы выиграли. И у меня моменты были. И зайдет шайба, я знаю. Я буду бросать и работать. Я тренировался один раз только. Я хочу пару раз потренироваться и привыкнуть к большой лед, и все нормально будет. Сегодня весьма такой зрелищный матч получился и по голам, и по борьбе. А как вам публика местная уфимская? Понравилось ли? Как что понравилось? Публика, болельщики, атмосфера. Я надеюсь, что еще больше будет приходить на сезон, и я очень рад, что я здесь. Скажите, знание русского языка во время игры на льду помогает быстрее находиться? Немножко, да, но я еще думаю на английском и потом разговариваю на русском. Это иногда я путаю. Хоккей — это как все понимают. Это как сказать, universal language. Универсальный язык. Да. Вовченко тоже не понял, что вы ему сказали. Я не понял, что он хотел. Александр, ну сколько времени вам примерно потребуется для того, чтобы в оптимальной форме прийти? Да, я думаю, еще неделю нормально буду. Знаешь, я только один игра сыграл, обычно берет пару игр, но новое время нельзя берить, нужно сразу привыкать. Как вообще проходила ваша подготовка к сезону в Америке? Да, я сильно работал, я, наверное, 6 раз тренировался в неделю, там по 2 раза в день, ну, приготовился. Я знаю, что пацаны здесь сильно работали, и я хотел прийти в форме, что они меня будут уважать.